Управляющие компании «Химок» проведут день открытых дверей. Акция проходит по всему Подмосковью. Встреча с жителями пройдет 15 декабря в первой половине дня. Основной тематикой дня открытых дверей станет переход с 1 января 2019 года на новую двухконтейнерную систему сбора твердых коммунальных отходов и организация работы диспетчерских служб в управляющей компании. Заявки принимаются сегодня и завтра. Список управляющих компаний, которые проведут прием жителей в ближайшую субботу, можно найти на официальном сайте Госжилинспекции в разделе «День открытых дверей» в управляющих компаниях.